Всем привет, с меня Александр Навас. В данном видеоролике сегодня я играю в Атмосфере, или я не знаю, как она называется. В общем, ребят, всем привет. Я снова снял новый видеоролик. Это про игру, про шар, кто уже знает, кто уже играл в эту игру или даже пробовал в нее играть. В общем, сегодня мы будем играть за шар. Возможно, у нас все получится, будет интересно и весело. В общем, погнали. Нажимаем play, и здесь мы можем так выставим это. Так, давайте начнем. Я не знаю, с какого левела. Так, тут у меня только 6 левелов сделано уже. Давайте я сделаю тогда уже с первого левела, тогда начнем. Я не знаю, как у меня получится, но давайте я попробую все-таки с первого левела. Да, конечно, сложность не очень, но да ладно, давайте. Можем звук сделать тише. Или так нормально, ладно, погнали. Так, нам нужно катить шар, мышку немного уберу, потому что она здесь не нужна. Мы просто катим шар и, в общем, сейчас посмотрим, что будет. Прикол в том, что нужно докатить шар до конца, да. И чтобы он не упал. Ну, чтобы так интереснее. Так, что такое? Кристаллы нужны для полного прохождения игры. Чтобы пройти всю игру, нужно собрать все кристаллы. Но так как это первый левел, поэтому здесь ничего такого не будет, такого сложного, поэтому не особо сложно будет. А вот остальные левелы, конечно, будут сложно, потому что я уже в эту игру играл, но я решил видео все-таки снять, почему бы и нет. Почему бы не снять видео про эту игру? Ладно. Так, собираем монетки. Обязательно собрать надо все монетки, чтобы пройти следующий левел. Всего у нас здесь 53 монетки. И так, все. Мы пришли. Мы прошли миссию Level Complete. Давайте не останавливаться на этом, просто осмотрим карту. Пока что там тоже какой-то шарик на нас смотрит. Какой-то девушка-шарик, что ли. В общем, мы приехали в какой-то дом, но это уже не важно, так как мы продолжаем уже к следующей миссии подходим. Это вторая миссия, давайте начинаем уже сразу. Здесь уже будет все посложнее, но все же, ладно, я попробую это пройти. Я не знаю, какая это миссия, я не знаю, какая это миссия. А, левел 2. Я уже думал, это левел 8. Это левел 7. Но это левел 2, ладно. Так. Пока что все нормально. Катим его, катим, чтобы он не упал. Так, все еще нормально, все нормально. Все прекрасно. Так. Мы сюда. Собираем. Тихо. Блин, да как так-то, блин? Монетку пропустил. Но до контрольной точки я дошел. Это уже хорошо. Так, тихо. Стоп. Сюда. Музыка хорошая вообще. Графика игры очень даже хорошая. Я не знаю, как вам будет видно, но, ребят, я играю сейчас на самой максимальной графике для этой игры. Блин. Кристалл. Вы не думайте, что это все так просто. Вот я сейчас прохожу. Ну да, на первых уровнях, если еще просто, то на следующих уровнях просто будет как, ну, сложно очень, поэтому я не знаю, как это будет все выглядеть. Так. Так, это сюда. И выезжаем теперь сюда. Идем сюда. Опять контрольная точка. Мы дошли до контрольной точки. Так, теперь объезжаем эту штуку. И едем дальше. Так. Черт. Чуть не упал. Ладно. Тут уже немного сложная миссия появилась. Ладно. Главное не упасть, как и вообще во всей игре. Здесь главное пройти миссию. Так. И не проиграть все монеты. Так. Так. Сюда. Может, там где-то, не знаю. По-моему, там где-то был, не? Возможно, я ошибаюсь. Ладно. Просто здесь может быть так, то что здесь где-нибудь спрятаны монеты и приходится их искать. Возвращаться за ними и искать монеты. Это довольно-таки сложно.
чтобы вернуться, всю карту опять, так сказать, пропрыгать. И, в общем, сложно все. Так. 81, получается, нам еще чуть-чуть осталось до конца. Так, у нас уже по 3 монеты собирается. Так, это уже нормально. Так, сюда. Так, упустил. И 4 последних. Вот. Все, мы прошли. Все. И как раз у нас тут уже все. Стой, падай. Ладно, это мы прошли. Третья миссия будет чуть посложнее. Good luck. Опять нам написали то, что мы должны это пройти. Музыка уже другая. Музыкальное сопровождение. И конечно, да. Я же забыл здесь эти... Как это называется? В общем, ну такая фигня, которая сложно вообще пройти. Да я еще и падаю, прям вообще по краю катаюсь вообще. Так. Тут главное не проиграть, потому что если ты проиграешь, ты возвращаешься обратно к этому домику, у которого я был, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все нормально. Все нормально. Я не знаю, что был за звук, но я еще. Я все еще катится шар. Блин, осторожен, осторожен. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут уже сложно стало, потому что я не могу их собрать, блин. Просто шар сейчас упадет, блин. Все нормально. Все прекрасно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кристалл, почему он там оказался? Как его там тут выйдет? На! Ой, черт, я чуть не упал, Ладно, нормально. Кажется, все нормально, потому что у меня тут управление нормально настроено. Поэтому никаких сложностей вроде пока что нет на этих миссиях. Так, контрольная точка. Эти миссии очень простые, даже их за несколько раз можно пройти. Тихо, я подожду. Я никуда не тороплюсь. Тихо. Так. Он сам уже катится, я его даже не трогаю. Показываю, куда двигаться. Дальше он сам все делает. Теперь надо так вот. Так. В общем, советую поиграть вам в эту игру. Кто захочет. Вообще, кому будет интересно. Придет на все концовки. Если в этом видеоролике я не пройду. Тихо, здесь маленькая эта штука. Так. Конец. Все. Так, ладно, окей, все круто. 4-й левел, это достаточно теперь сложнее все будет. Другая музыка уже. Но все же ладно. Так, здесь уже все сложно. Здесь довольно-таки сложно все. Охренеть. Эта штука отбрасывает. Так. Ладно. Тихо. Ах, штык, блин, я чуть не упал. Так, нужно как-то проехать, я не знаю, здесь, по-моему. Тихо! Я улетел. Ладно, еще раз. Да, конечно. Давайте я попробую здесь тогда. Тихо. Есть! Ты сам попробуешь, потом поиграешь. Так. Сюда. Все, проезжаем. Блин! Ладно. Я же говорю, с каждой миссией игра все сложнее и сложнее, поэтому для тебя, подписчик, эта игра будет довольно-таки сложная. Ты не думай то, что все очень просто, здесь проходится, и с первого раза нет, и это все очень сложно, да. Не каждый это пройдет. Тихо. Погнал! Есть 2 монетки.
Все, надеюсь, таких штук больше не будет. Я точно не помню по этой миссии. Но, возможно, их больше не будет. Так. Нет, нет, будет. Тихо. Вообще здесь жопа, короче, все. Так, все нормально. Так. Так, мост. Давай. Так, здесь берем вот это вот. Так, дальше, дальше. Так, все, чекпоинт, все нормально. Кристалл собран, чекпоинт есть, так что если я упаду, то хотя бы будет не жалко. Ладно. Так. Блин, уже падаю, блин. Сейчас, сейчас. Блин, нет! А, ладно. Я думал, я все-таки заверну туда, я не знаю. Сейчас. Блин! Во, все нормально, вот. Прекрасно. Прекрасно, вот, смотрите. Во, во. Опа, все. Я прошел. Так, ладно, дальше, дальше. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Тут же нет чекпоинтов, алло. Чекпоинт. Прекрасно, все нормально, все нормально, все нормально. Нет, 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 все нормально. Так. Ну. Все. А вот это вот у меня вот. Мне не нравится вот эта вот фигня. Я не знаю, может ее объехать как-то можно. Вряд ли, наверное. Можно, но все же ладно, я уже объехал ее. Уже не важно, я ее уже. Эту штуку объехал, ладно. Так. Если что-то делали, что-то пытались сделать, ну ладно, может, они нам помогали как-то, я не знаю, пройти. Так, 4 уже монетки нам дали, прикольно. Так, нам дали чекпоинт, наконец-то. Так, и опять сложная фигня, которую ты не сможешь пройти. Потому, ну, потому что я так говорю, чтобы ты попытался все-таки пройти и понял, как это сложно. Потому что игра довольно-таки сложная, и, как я уже сказал, ее пройти не вообще сложно очень. Конечно, с управлением, если все нормально, то еще можно как-то пройти. Ну, блин, он уже катится сам как-то. Блин! Все. Это уже... Ну, смотрите, вот куда он катится, все. Так. Здесь надо прямо ему показывать дорогу, куда идти, короче. Блин, осторожно. Прям рядом. Вообще. Так. Тихо. Все, нормально. Нормально, все. Здесь уже все нормально будет. Так, осторожно. Тихо. Все. Стоп. Так. Сюда. Все, концовка. Я прошел. Так, это 5-й левел. Давайте пройдем 5-й левел. Я не знаю, что здесь. А, здесь уже разломаются эти штуки, можно. Круто. Это прекрасно. Так. Это вообще пусто. А, я тебя не заметил. Я реально его не заметил. Монетка. Так, еще одна монетка. Стой! Стой, не падай, все нормально. Поехал, твою мать. Ладно, сейчас. Стой, все хорошо. Стой, блин. А, я помню эту миссию про лифт. Уровень про лифт довольно-таки сложный был. Но сейчас он не такой уж сложный, потому что фейдился я на этих топорах все-таки. А на этом я не особо фейдился. Так что, блин, осторожно. Так, еще одна. Тут еще тоже монетка спрятана. Прекрасно. Пока что мы проходим вообще очень даже хорошо миссии. Так, здесь. Блин! Ну блин, в смысле? Ладно, давайте еще раз.
Стой. Дальше пошел. Поехал. Так, ждем лифт. Так, тихо, все нормально. Все нормально. Так, здесь я вот зафейлился тут, потому что это ладно, все. Потому что я ломал коробку. Да. И в прошлый раз я, по-моему, тоже тут зафейлился. Так. Поехал. Так, а здесь что? А, здесь тоже лифт. Только немного другой. Поехали. Все. Все, если есть чекпоинт, все нормально, все уже можно успокоиться. Потому что ничего такого сложного особо не будет. Так. Ну конечно. Опять лифт или что? А, мне пока что лифт не нужен, мне нужны монетки. Мне нужно достать монетки. А упал я сам. Прикольно. Так, ладно. Успею, нет, я успел. Да ладно. Стой, все нормально. Все монеты собраны. Так, я выехал отсюда нахрен. Я уж думал, я не выйду отсюда. Тихо. Так, все. Все, кристалл собран, все. Главное не зафейлиться, блин, ну я... Самое сложное это не зафейлиться, искать какую монету... А, все, здесь конец. Ладно. 6-й левел, он довольно-таки опять сложный, я его проходил совсем недавно, но да ладно. Потому что у меня уже все здесь пройдено. Почти так. Сколько монет? Прекрасно. Нам что-то дали. Так. Так, здесь проходим здесь. Так. Дальше идем сюда. Сюда. Так. Так, сюда. Есть, все нормально. А вот это я вот этого вот не помню уже, если честно, ребят, я этого не помню. Я этого уже не помню. Я не знаю, как это проходить. Но, ребята, что это было? Понятно, ладно. Thank you.
прошел. Стоп. Здесь. Так, все, здесь мост. Ну, типа, что так долго? Давай. Не понял. Я не знаю, я зафейлил только что мост. Поэтому надо как можно осторожнее приходить до контрольной точки. Ребят, я зафейлил мост. Только что. Все, он где-то там валяется, этот мост. Я не знаю, как его вернуть. Если я зафейлю сейчас, все, это надо будет перезапускать игру. Это просто пиздец. Я зафейлил мост. Тихо, поэтому надо здесь вообще тихо ехать. Так как если я просто вот так вот упаду, все. Просто хотел запрыгнуть на этот мост, короче, он отлетел от меня. Но я перебрался все-таки. Все же я перебрался, так что ладно. Все, тихо, тихо, тихо. Вот, все. Можно уже все. Можно успокоиться, все. Мост пройден как бы. Так, здесь самое сложное, пипец, это вообще. Так, тихо. Мне нужна эта штука. Все. Остальное не важно. Стой! Я не помню, я этого, походу, не проходил. Если честно, я не помню, почему у меня там открыты другие уровни. Но этого я явно не проходил. Потому что я не помню, как это проходить. Тихо. Просто не хочу заново... А, опять они. Я уже хотел сказать, не хочу заново их проходить, а они опять появились. Ладно. Тихо. Все, все. Опять? Вы что, издеваетесь, что ли? Все. Сейчас зафейлюсь просто. Так. Посмотрели, как они выглядят вообще. Ладно, погнали. Они теперь на разных местах. Это вообще, это не то, что фейлить. Это... А, я прошел. Тихо. Я даже бочку, смотрите, она упала. Не возвращайся туда, тихо. Я прошел. Это уже какой-то прогресс, ребят. Я это точно не проходил, я это помню, я эту миссию не проходил. Так что давайте на ней пока что закончим. Я сейчас ее пройду и закончу на ней. А в следующем видеоролике мы продолжим прохождение данной игры. Данной серии игры Atmosphere. Ладно, не важно. Сейчас мы проходим. Все. Конечно, не все монеты, но да ладно, ребят, это 7-й левел. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. В общем, в чем прикол был этой игры, почему я начал ее проходить и вообще почему я ее прошел только до 6-го уровня, хотя там есть еще уровни. Прикол в том, что мне нужно было снять какой-то видеоролик, я поискал игры в Стиме и решил поиграть, ну, почему бы в эту игру не поиграть, потому что она интересная, довольно так я, она интересна. Atmosphere, ребят, поиграйте, кому будет интересно, в Стиме ее можно купить, поиграть, и, в общем, довольно таки интересная игра, если вам она понравилась. Я вам сейчас расскажу вообще, о чем игра, вот так вот. В чем прикол? Мы играем за шар, который надо докатить через испытания какие-то и доставить его к другому дому. В общем,
по дороге нам нужно собрать монеты, какие-то кристаллы и все. После того, как мы это собрали, там открывается, то есть, чекпоинт к этому дому. Если мы не собрали все кристаллы, то нам он не откроется. И придется возвращаться там, где мы были, через всю карту. И искать эти монеты и кристаллы. В общем, так вот. В общем, если вам понравилась эта игра, пожалуйста, пишите комментарии под видео. Хотели бы видеть вы эту игру на моем канале или же нет. Я буду просто снимать другие видеоролики. Но если вам понравилось, все же поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.